Анапы Василий Швец и председатель совета Леонид Краснородский обсудили с подрядчиком темпы капитального ремонта начальной школы номер 26 «Хуторе Рассвет». Завершены работы по устройству пола, готовы все дверные проемы, почти закончена отделка фасада. На 85-90% проведена покраска стен, около 90% потолков. Внутри здания активно идет чистовая отделка, установка светильников, монтаж сантехники, системы отопления. Общая строительная готовность объекта около 80%. Подрядчик сообщил, что ориентировочно завершит работы в корпусе в течение месяца. Следующим этапом здесь станет капитальный ремонт отдельно стоящего здания пищеблока. Василий Швец поставил ряд задач. Для усиления мер безопасности установить новое ограждение, предусмотреть ремонт покрытия спортивной площадки, а также подготовить проект благоустройства школьной территории.